Темы, на мой взгляд, очень актуальны, очень животрепещущие. Мне искренне жаль, что, к сожалению, сегодня коронавирус опять поднимает голову. Наши коллеги не могут оставить свои рабочие места. Хотя приятно, что и в чате, и в онлайн-трансляции появляются все новые люди, которые хоть на какой-то промежуток времени освобождаются от своей работы. Считаю, что минимум раз в 2 года такие мероприятия должны у нас проводиться, поскольку помимо обучающей составляющей, есть еще и составляющая, популяризирующая данные методики, объясняющая, самое главное, пациентам, чтобы они не боялись. Мы обсуждали с Александром Денисовичем Неймарком, что большая часть операций к 5 годам дает приблизительно один и тот же результат. Соответственно, наша задача выбрать операцию для больного, которая позволит либо снизить массу тела, либо купировать сахарный диабет для того, чтобы пациент имел возможность жить полноценной жизнью. Я считаю, что эти операции должны быть в арсенале крупных хирургических центров и должны быть центры по коррекции веса в таком городе, как Челябинск. Вот он есть у нас на территории областной больницы. По одной простой причине, это самый эффективный способ снижения веса и самый эффективный способ борьбы с сахарным диабетом. Но я затруднюсь ответом на вопрос, какой именно вид операции я бы на сегодняшний день выбрал, поскольку, зная в принципе общую хирургию, категоричным быть нельзя. Каждая операция подходит к какому-то определенному пациенту, и это выясняется уже в индивидуальном порядке. Хирурги делятся на 2 части. Одни очень любят 3D, другие любят 4К. Вот, честно признаюсь, я отношусь к тем, кто любит 4К, хотя визуализация, главное, процесс, например, сшивания анастомозов либо других тканей, он в 3D гораздо более интересен. Такие варианты позволяют сделать хирургию более интересной как для хирурга, а главное, так и для пациента, поскольку большая прецизионность в работе сказывается лучшим итогом на самом пациенте. Приходят люди, которые, например, старше 50 или старше 60 лет, и когда через полгода человек сбрасывает порядка 40-50 килограмм, на него очень приятно посмотреть и приятно слышать отзывы, например, от женщин, которые говорят, что я сейчас живу полной жизнью, я хожу, гуляю со своими внуками, а они сидят дома со мной.